Надежда в преддверии праздников получает для ребенка новогодний подарок. Пока ее супруг Артем участвует в специальной военной операции, региональные власти оказывают семье всестороннюю помощь. Администрация железнодорожного района помогает во многих жизненных вопросах. Начиная от получения банальной справки, заканчивая решением бытовых неурядиц. Теперь можно готовить подарок мужу, рассказывает супруга добровольца. Я его тыл. Вот, довольно-таки очень сильный тыл. Я его жду очень сильно, люблю. И я верю, что у него все получится. Да и не только у него. И получится все у тех ребят, с кем он служит. Мы все вместе будем праздновать Новый год и запишем также видеообращение нашим бойцам. Вручал новогодние подарки от губернатора Дмитрия Азарова семьям мобилизованных глава железнодорожного района Вадим Тюнин. С семьями он встречается неоднократно, знает и решает многие их проблемы. Помнит и о праздниках. Кроме гостинцев от главы региона, детей военнослужащих ждет еще и елка желаний. Утренники пройдут в железнодорожной администрации. Акция проходит у нас в рамках того поручения, которое есть и от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и от губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова по поддержке семей мобилизованных, по поддержке семей военнослужащих, которые защищают нашу родину в зоне СВО. Стараемся как-то максимально поддержать и немножко поднять настроение и, соответственно, вдохнуть такой настрой жизнелюбия и надежды на то, что все будет хорошо, и их мужчины вернутся с победой домой. Семьи военнослужащих находятся под опекой региональных и местных органов власти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.